26 лучших спортсменов в 13 весовых категориях. В таком составе на курорте прошел финальный день всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера России Аксенова Александра Петровича. До заключительного этапа состязаний дошли пятеро кубанских спортсменов. Турнир в целом проходит отлично, все довольны, отмечают высокий уровень организации. Здесь, конечно, приятно то, что так совместная работа администрации, федерации, всех вместе. Бокс в Анапе жил, живет и будет жить. Честь Анапы в финальных поединках защищали два спортсмена. Один из них – Станислав Пушкарь. Молодой человек в боксе 8 лет. В решающем бою ему противостоял кубанский спортсмен Андрей Ткаченко. Бодрый темп анапчанин поддерживал на протяжении всего поединка, поэтому у судей не оставалось других вариантов при выборе победителя. По сравнению с прошлым годом, молодой человек улучшил свой результат. Тогда Станислав остановился лишь на втором месте. В первом раунде мне сказали идти вперед на него, потому что мальчик повыше. Сказали идти вперед, бить. Второй раунд уже более так по уму. И третий уже так, чтобы подвигаться. Будем работать над ошибками, ошибки есть. Руки подняли там, будем работать. По итогам турнира в копилке спортсменов из Краснодарского края 2 золотые и 3 серебряные медали. Призерам также вручили заслуженные грамоты и футболки с изображением Александра Петровича. Портрет будет напоминать ребятам о выдающемся человеке, который внес неоценимый вклад в развитие бокса России. Никита Васюхин, Михаил Григорьев, Анапа регион.